Заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов после официальной церемонии открытия своей персональной выставки посетил и лицей искусств имени Аксаколиева. Известный во всем мире художник провел мастер-класс для учащихся отдела изобразительного искусства. Маэстро посмотрел заготовки детей, подготовленные к юбилею великого остинского поэта Кустахи Тагурова. Работы ему понравились. Во время урока живописи лицеистам представилась возможность получить ценные советы от мастера кисти. А чуть позже занятие плавно перешло в оживленную беседу, во время которой Сафронов с удовольствием ответил на многочисленные вопросы ребят. Очень радушно его дети встретили, да, он тоже очень радушно с детьми как бы обошелся, как бы он провел мастер-класс, давал напутствие, очень долго общался с детьми, очень работы понравились, детские работы тоже. Он был приятно удивлен, что у нас дети вот так на таком тоже высоком уровне работают. Популярный художник поделился секретами своего мастерства. На картинах юных художников маэстро оставил свои автографы. Ребята остались под большим впечатлением от общения с Никасом. Дети отзывались о нем как о добром и простом в общении человеке. По словам молодых художников, в их жизни это знаменательное событие. Он нам рассказал очень много о искусстве. Наши работы ему очень сильно понравились. Он расписался в наших работах. Сказал, что все работы ему очень сильно понравились. Он добавил нюансы в наши работы и сказал, чтобы мы нарисовали их. Он с нами долго общался и давал нам напутствие. Никас Сафронов раскрыл воспитанникам лицея искусств секреты мастерства. Рассказал, с чего он начинает обычно работу, какие цвета использует в палитре. Поделился частичкой таланта с каждым из них. Знакомство юных художников с творческим мироощущением современного классика позволит им по-новому взглянуть на окружающий мир и отразить на своих полотнах свое индивидуальное к нему отношение. Стелла Бязрова, Алим Батеев. Информационный выпуск сегодня.